мой прадедушка Николаев Алексей Павлович, он участвовал во Второй мировой войне, Отечественной войны. Он служил летчиком и был воздушным стрелком. Совершил 76 боевых вылетов и имел контузию. И его наградили 2 медалями и 2 орденами. Орден Отечественной войны и орден Красной звезды. 2 медали за отвагу и за взятие Кенигсберга. Мой прадедушка – герой. Я хочу рассказать о своем прадеде – Голощи Андрей Афанасьевич. Он родился 13 октября 1918 года в деревне Солесово Ивановского района Чкаловской области. В июле 1939 года его призвали в ряды Красной армии. Служил в Чкаловском артиллерийском училище. В июле 1941 года его отправили на фронт стрелком под Москву в должности сержанта. Шли ожесточенные бои, и прадедушка получил ранение осколками мины, попал в госпиталь. Комиссия вынесла решение гонить нестроевой. Из госпиталя вышел в январе 1942 года, и его отправили на Калининский фронт. Прадедушка спас жизни своим товарищам, уничтожил немцев-стрелков, а когда ранил командира взвода, то возглавил взвод. Летом 1943 года велись бои на Курском-Смоленском направлении. Дедушку ранило, и он попал в госпиталь. Из госпиталя вышел в октябре 1943 года. Войну закончил в Германии. За освобождение Калужской области прадедушку наградили медалью за отвагу. Когда прадедушка вернулся домой, то его ждала жена с 4-летним сыном. И в стране разруха, голод, не хватало хлеба, мужчин не хватало. И тогда дедушка пошел работать трактористом-комбайнером. И так 15 лет, пока позволяло здоровье. А потом пошел работать электриком на дизельной электростанции. Прадедушка вырастил 5 сыновей и 3 дочерей. Особенно прадедушка дорожил медалями за отвагу, за победу над Германией, за оборону Москвы. Прадедушка прожил 58 лет. Я благодарна прадедушке за то, что живу в мирной стране.